Обещаю. Я хочу тебя поблагодарить еще за то, что ты привел к нам на передачу блистательного музыканта, блистательного композитора, которого зовут Юрий Бреннер. Юрий Бреннер, господа. И я просто хотел сказать, что это моя жертва, потому что вчера мы не знали, что сыграть. Я хотел сыграть симфонию Бетховена, но ты почему-то сказал, что это не надо делать. Она длится час. Вот. А поэтому я, это моя жертва, я попросил, чтобы он мне саккомпанировал. И мы сделали такую маленькую фантазию, которая объединяет, может быть, три страны, с которыми я связан, то есть Израиль, Италию и Австрию. Мы не успели отрепетировать, но после передачи мы обязательно это сделаем. Дорогие друзья, для нас играют замечательные музыканты Павел Верников, Юрий Бреннер.
выдающийся скрипач Павел Верников и прекрасный пианист и композитор Юрий Бренер. Надеюсь, вы понимаете, насколько мы не хотим с вами прощаться, но мы уверены, что встретимся с вами ровно через неделю. В нашей корчевне 7.40. Всего вам хорошего.